В минувшие выходные в Конаково состоялись два матча в рамках первенства Московской области по мини-футболу среди подростковых команд. Конаковские футболисты принимали гостей из города Руза Московской области. Но перед началом матча в торжественной обстановке подвели итоги 2015 года. Директор детско-юношеской спортивной школы Сергей Салдин вручил спортсменам зачетные книжки с присвоением юношеских разрядов. По итогам 2015 года команда Конаковской детско-юношеской спортивной школы 2002 года рождения стала призером первенства Московской области по мини-футболу среди подростковых команд. А наши ребята 2003 года рождения в этом же первенстве стали победителями. Блестящую игру показали конаковцы и на первенстве Тверской области. Результативный год принес юным футболистам первый и второй юношеские разряды. В завершении Сергей Салдин поблагодарил всех сотрудников спортивного центра «Олимп», где проходили футбольные матчи. Благодаря их ежедневной работе любые соревнования всегда проходят в чистоте и порядке. Также слова благодарности прозвучали в адрес тренера наших футболистов Валерия Васильева. После торжественной части состоялось два футбольных матча в возрастных категориях 2002-2003 год рождения. На поле конаковские спортсмены доказали, что юношеские разряды им присвоены не просто так. Соперники из Рузы не смогли устоять перед натиском наших футболистов. Накал страстей наблюдался не только на поле, но и на зрительских трибунах. За юных футболистов всегда болеют родители, которые активно участвуют в жизни команды. Поддержка родных и строгие напутственные речи тренера всегда дают положительный результат. Конаковские ребята обеих возрастных групп одержали победу в прошедших матчах. 2016 год стартовал для футболистов удачно. В нынешнем футбольном сезоне они вновь порадуют нас призовыми местами на соревнованиях.